Хотел бы обратиться к руководителям организаций. То есть у нас сейчас проводятся в городе масштабные реконструкции теплосетей и участились случаи перекрытия проезжей части, не предоставляя информацию пожарной охраны. То есть хотел бы напомнить руководителям организаций о том, что согласно правилам противопожарного режима Российской Федерации, пункт 76, при проведении ремонтных работ, дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель организации, осуществляющий ремонт, либо строительство, предоставляет подразделению пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку надлежащих знаков. То есть при нарушении данного пункта правил наступает административная ответственность. Но самое главное то, что если пожарная охрана не предупреждена о перекрытии какого-либо участка дорожного полотна и дороги, то есть мы увеличиваем время прибытия. Соответственно, у нас ухудшается реагирование и увеличивается ущерб и страдает население. Я такой печь. А что, упал компания по плюсу или подрядчик, получается так, что они с кем-то согласовывают перекрытие дороги при проведении работы? Перед началом проведения работ все схемы согласовываются, знаки расставляются, я проверю эту информацию, отдельно тогда довожу, я сейчас не готов ответить. Но все схемы при производстве работы, они согласованы со всеми службами. Алексей Сергеевич, я прошу тогда по конкретным фактам, конкретным адресам. Я могу прям сразу факт назначить. На днях перекрыт у нас коммунистический Гагарин. Вчера лично сам поезжал. У меня в диспетчерской нет никаких сообщений. Ни пожарная часть, которая служит, непосредственно Тремовского района, ни на центральном пульту информации диспетчером не зафиксировано. То есть переезд был закрыт. Так, Кто перекрыл? Ордер был получен на ту неделю, все службы оповещены. За 4-5 дней была информация в СМИ о перекрытии. Сегодня там работа заканчивается, завтра приступит к укладке асфальта. То есть все службы были оповещены согласно ордеру, который описывает ДКЗ. Все подписано. Также была отдельная информация в СМИ. Да, есть постановление, вот решение будет устранено. С Балавтодором уже неоднократно устно говорил о том, что сообщается, даже когда перекрывается площадь для проведения мероприятий, нам диспетчерство не сообщает об этом факте. Сообщал, естественно, все перекрытия дороги должны быть согласованы, это даже не обсуждается. Подрядная организация по плюс или это муниципальное предприятие, здесь абсолютно разницы никакой нет. Прошу до вечера мне представить отчет по данному факту.